Приветствую, дорогие друзья, на связи Грим Оптимист, мы сегодня с вами играем в Сервариум, и решил побегать с дробовичком, нашел я, в общем, один дробовичок, у меня пока ищется бой. Сейчас вам покажу. Так, вот, дробовик, как вы видите, у него, короче, у него уменьшенная отдача и ускоренная на 25% перезарядка, то есть хорошая штука. Попробую все-таки с ним побегать, потому что пулемет с одной ленты это не вывоз, просто потому что патронов не хватает, СКС все-таки слабоват. Мы вчера вот с пацанами поиграли, я, ну, с такими топовыми игроками поиграл, и понял, что, ну, невозможно, то есть с СКСом все равно тяжко, то есть, ну, он уступает, он просто уступает, потому что у него 6 уровень, а у пулеметов, у снайперок, да, этих топовых, у них 8, они сильнее, а у этого дробовика тоже 8. Тем более он еще у нас улучшенный. Главное, чтобы сейчас игра не вылетела. Я терпеть это не могу. Да, все нормально. Самое классное в этой игре, кстати... Так, фриз поймал. Так, ну ладно, ничего страшного. Главное, чтобы во время боя не было фризов. Самое клевое в этой игре, вообще, это вот когда в конце боя выдают результаты и всякие, ну, эти, кому какие ништяки, короче. Прямо так ждешь, думаешь, блин, сейчас ведь классное мне попадется. Так. Попробуем уйти. Конечно, дробовик против пулемета это будет тоже непросто, но шансов много. Так, тут всякая мелочь под руками мешает. Там обычно снайпер какой-нибудь сидит, нужно быть аккуратным. Так, батарея там одна, хорошо. Тут главное быстро очень пробегать. Блин, я же ему в башку столько всадил, ребят. Что за дела? Не пойму. Я в него всадил просто раз 6. Ну, не 6, но 3 точно зашло в него. Не знаю, что такое. Почему я его не убил? Какие у меня задания? Убить противников 11, не допустив кражи батареи. Ну, будем играть на фраге в этот раз. Батареи, конечно, тоже будем искать, но так. Второстепенно. О! Это я удачно зашел. Главное, чтобы сейчас меня не сняли. Пока я вот ищу. Вот если увидели батарею, постарайтесь либо ее принести, либо пометить. Пометить, по-моему, клавишей Q, если не ошибаюсь. Чтобы, ну, союзники ее увидели, они ее притащат. Но это если вам совсем насрать на батарею, вы не хотите этим заниматься. Так, что... Зачесалась башка. Так. Блин, ушел, а? Если кто-то думает, что это очень просто... Ребят, вы ошибаетесь. Поверьте мне. Вот этих вот в броне убить из дробовика вообще непросто. Хотя, может, и просто. Перезаряжается, кстати, значительно быстрее этот дробовик. Прямо чувствуется. Так, нам нужно еще фраги. Так, понятно. Ну, да, с пулеметом, конечно, так вот, на такой дистанции соперничать, это жопа. Так, еще 9 фрагов нужно настрелять. Ну, это реально, то есть это, я думаю, что даже мне это удастся, если заморочиться. Но мне бы хотелось, конечно, еще победить. Так, там у нас батарея. Попробуем ее принести. О, еще батарея. Так, меня застрелили в спину, надо... Да, его убили, слава богу, все, нормально. Нормально.
Сейчас все принесем. Я думаю, что мы затащим этот бой. Так, это моя батарейка. Там снайпер, скорее всего. То есть понятно, что против него... Так. Я не понял, откуда по мне стреляют. Не, перезарядка все-таки ускоренная на дробовике, это вообще великая вещь. Без нее вообще жопа, я так понимаю. Не, блин, в голову попало, а? Как они попадают с пулемета в башку, я вообще не понимаю. Я, блин, с СКС нихера не могу попасть. Они с пулемета, взять очередями в башку попадают, на бегу. Жесть вообще. Так, мне еще надо 9, нет, 8 человек убить. О, отличный ящик. Его будет непросто, кстати, донести, этот ящик. Я сразу его не увидел почему-то. Давай, неси свой сраный ящик, я тебя прикрою. Так, выиграть, не допустив кражи, убить 11 противников и смерти 1,8. Ну, это будет сложно, 1,8. Это надо сейчас тогда на фраге задрачивать. Ну так и знал, что там сидит кто-нибудь. Зря вышел, конечно. Так, еще нам нужно, получается, 7 фрагов. Блин, это будет непросто. Конечно, можно себе кемперку прокачать, но говорю, я не думаю, что вам будет интересно смотреть, как я сижу, как долбоеб, извиняюсь за выражение, весь бой в кустах. И отстреливаю. Хотя, черт его знает. Попробовать-то надо, наверное, все равно попробуем. Чисто так, ну, из спортивного интереса. У нас по одному АФКшнику, кстати, в каждой команде. С пулеметами все, блин, бегают, суки. Так, я не понял, а чё, один ящик-то все-таки не донесли, да, я так понимаю? Что ж такое-то застреваешь-то? Откуда, как вообще? Еще и в голову с дробовика, блин, со спины, я еще не понял. Откуда, кто? Не, дробовик что-то мне как-то не очень, даже вот этот. Это, конечно, получше, чем тот, ну то есть в плане того, что он хоть перезаряжается быстро, но все равно тяжело с ним очень. Они не подпускают, но совсем... И со спины постоянно убивают. Видите, в чем проблема-то? Либо со спины, либо вообще как бы из инвиза, то есть, ну... Понятно, сидит там, падла. Но тут не пройти, то есть это жопа. Так вот сделано. Еще и контейнер у нас украли. А ну что за мудаки? Там вся... У нас на базе пол команды и не могут остановить одного этого. Просто вот смотрите, у нас все на базе. У них прут ящики, им насрать вообще, даже не пытаются его остановить. Блять, да что ж такое там? Он сейчас будет всех там класть, то есть ему ничего никто не сделает.
Они не могут понять вообще, видимо, откуда стреляет он. Так, ну ящик мы вернули, слава богу. Да что ж такое, застревает тоже в текстурах, это немножко раздражает. Так, что-то я чувствую, что я такими темпами... Ну и, естественно, то есть кемпер меня убивает. Что-то мне не нравится этот бой, он какой-то совсем... Ну я не буду уже выходить из него, потому что что, 5 минут осталось. Так, может, хоть что-нибудь дадут? Не, дробовик говно, ребята, не знаю, я вообще не могу с ним играть. Плохо получается. Это раз, и во-вторых, что-то какая-то унылая какая-то херня. Просто со всех сторон меня херачит. Так, подождем, пока краснота спадет. Можно, конечно, аптечку заюзать. Только заюзал мне гранаты. Я даже и маркера у гранаты не видел. Вот тоже, там же, по идее, видно, когда она летит. Не было никакого маркера. Четырнадцать фрагов, жесть. Ну, я в прошлом бою набил 27 фрагов. То есть было на скейсе. Башку тоже как-то попал. Вот тоже, как я ему в голову попал, не знаю. Понятно. Так, там еще синий у них бегает этот. Сразу в голову, просто вот, смотри, обратите внимание, первым же пулей я даже ничего не успел. Просто в голову сразу же. Пулемет надо, короче, говорю, надо это штурмовой, этот рюкзак, короче, качать, и пулемет, и все, и жопа всем будет. Кемпер, вот сраный, тут сидел, пас меня. Обосрался. В такой ситуации, конечно, дробовик хорош, когда вот нужно, ну, на ближней совсем дистанции до кого-то убить, прям в упор. Он лучше всего. Просто потому что целиться особо не надо, и урон очень высокий в минуту, то есть ДПМ очень высокий. Стреляет. Подождем, мало ли. Ну, я так и знал, что он за мной побежит. Тут как бы, это даже, ну, это не кемперство. То есть, когда ты видишь, что противник идет за тобой, и идешь его убивать. То есть, ну, то есть, это, скеришься, чтобы... Это нормально. Но когда ты весь бой сидишь там, в углу, это уже, короче, норм пацаны так не делают. Это факт. Я ближе к базе подтягиваю, чтобы у нас ящик не увели уже. Будем потихоньку это. Так, что второй это понятно. Два фрага надо сделать, кстати. Два фрага. Один фраг осталось сделать. Ну и надо по-любому его сделать. Это уже вопрос чести. Куда вообще? Кто? Непонятно опять, блин. Сейчас еще и ящик сопрет по-любому. Он всех дрочит тут. А, все, убили. Так. Надо, короче, как-то... Как-то один фраг-то еще сделать. Сделали.
И все, теперь мы, ребята, в жесткий деф уходим. Задачи мы все свои выполнили. Все, то есть... Встаем на позицию. И сейчас главное никого не пропустить. Потому что у нас все разбежались, двое только. Один караулит, один вообще АФКшный на респе стоит. Кроме меня никто ничего не защищает. То есть, ну, я и вот этого чувака, который справа еще. И то не факт, кстати. Сейчас будет жопа. И убежал он куда-то. Зачем ты убежал? Стой здесь. Последние 20 секунд, самая жопа сейчас, надо все отслеживать, чтобы они ящики не выкинули. Нет, ты убежал. Где ящик-то? Ящик где? Я не понял, куда он его убрал-то? Ну нормально, мы все равно победили, правда, по-моему, у меня было задание на 6 ящиков, я, по-моему, просрал. Хотя, может и нет. О, кстати, голда. Голды подогнали, 20 голды. Ну, это лучше, я бы предпочел, честно говоря, что-нибудь получше, чем 20 голды. Так. Ну, меня в топе нету, но у меня неплохо достаточно все. То есть 12 фрагов. Закрываем. Убить 11 сделал. И все, что ли? Это все, что я выполнил? А, не допустить кражи ящика, блядь. Этот, в конце это, сука, это украло, блин. Ай, урод, а, конченый. Главное, и главное, он пропал, вы видели, ящик пропал. То есть он его достал, взял в руки. Я не дал ему уйти, я убил его. Но он пропал просто, этот ящик. Его просто не было там, я не мог его вернуть. Я могу вам сказать, что если бы меня не было вот на том месте, где я зашкерился, то мы бы проиграли этот бой. Это 100%, то есть, потому что двое пришли, а двоих убил. Так что в конце боя самое главное, ребята, это контролируйте вашу базу. Потому что можно весь бой выигрывать, а в конце просрать по глупости просто. К сожалению, мало кто это понимает. Ну, дебилов, как и в танках, полно. Поэтому все, как говорится, от вас только зависит в таких вот случаях. Будьте внимательны. Вот. Я еще попробую с дробовичком поиграть сегодня. Все-таки вдруг начнет получаться. Ну, мы выиграли голду. То есть вы видели, что можно даже выиграть голду. Что довольно-таки неплохо. Это, представляете, World of Tanks вы бы за удачный бой, да? Хотя, насколько я знаю, кстати, награда не зависит от того, как вы сыграли. Вот это очень плохо, я считаю, что надо это сделать. То есть, чем лучше вы играете, тем лучше награда. То есть, ну, шанс, то есть, допустим, если вы в топе, да, то шанс у вас там выше гораздо получить что-нибудь крутое, чем у того, кто весь бой там херней маялся. Иначе можно, знаете, фармить вообще, как вот тоже заходить в бой и стоять на базе просто и все. И будут тебе всякие шмотки выпадать. Это как бы неправильно. Такого не должно быть. Конечно, рейтинг у тебя будет в жопе при этом, да, тоже, но некоторым игрокам пофиг на рейтинг. Мне тоже как бы пофиг, но все-таки совсем уж абсосно не хочется иметь. Сейчас кто-нибудь выбежит, скорее всего. Так, какое у нас задание-то? Выстрелить 4 выстрела в голову, допустив кражу батареи. Но нам нужно победить в этом бою. Обязательно. Так, батарея, уронили батарею. Так, у нас там какое-то мясо идет. Блин, у нас базу просто кроют. Ребята, вы как бы что-то делаете? Вот на этой карте еще особо никто не знает, где здесь бывают ящики, поэтому тут, как правило, очень мало их всего, то есть... Вот, положил мимо. Будьте внимательны, то есть, когда кладете, потому что очень часто кладут. Ну, он чуть живой был, это было понятно.
Иначе бы он так не стал улепетывать от меня. О, два ящика, это хорошо. Так, тут надо быть внимательным. Тут любят караулить тоже. У них эти ящики-то возле базы, надо их уносить. Да блин, это наш. Черт, я чуть не обосрался. Откуда? Кто опять стреляет? Ты мудак, рядом со мной стоишь, так ты прикрывай меня. Ой, стоишь рядом, так прикрой хоть, чё ты как бегаешь-то, как этот, идиот, блин. Ладно, пойдемте помогать нашим. Уж если вы как бы, ну, рядом с чуваком, который несет батарею, ходите, то вы, блядь, прикрывайте его просто, вот просто прикрывайте. Дайте ему донести батарею, он не может стрелять. Стреляйте вместо него. Так, все, батарею одну сперли, похоже. Сейчас все нормально будет. Блять, ты что ж такое? Я в него попал тоже несколько раз. Так, это плохо, блин. У нас 5 ящиков, надо 6. Надо 6. Потому что почему-то вот урон не проходит иногда, или чё-то, или я не знаю, или я как-то криво... Так, там снайпер, понятно, никуда не пойду. Сраный кемпер там засел. И пошел ты. Нахрен. Вон, несут ящик. У них, кстати, украли у них ящик. Тут, кстати, тоже палево сюда выходить, но я попробую. Отлично. Так, ящик упал, кстати. Возле их базы. Так, это наш. Ага, у них еще один ящик украли, отлично. Я опять застрял в текстуре, черт. Так, понятно. Несем. Скорость, конечно, у нас не очень. Но я думаю, мы донесем. Если сейчас ничего экстраординарного не случится, то мы донесем эту херь. У меня ноги уже, правда, горят, но... Это фигня. И у нас на базе уже все, блин. Даже базу не могу защитить, а. Да что ж такое, застреваешь-то ты в текстурах, мать твою. Все, 7 ящиков. И, ребята, у нас задание не допустить кражи батареи, поэтому... И соотношение 1:2, которое у нас пока тоже, кстати, выполняется. Так что нам, хоть наша задача сейчас вообще вот сидеть весь бой на базе, я тогда так и поступлю. Буду чисто это... охранять. Потому что надо выполнять задание, иначе я буду этот рюкзак качать еще год. Ну и плюс, как бы это... Победить тоже хочется, знаете, как-то поражение... Не канают. Кто-то должен охранять базу все равно. Пусть это буду я.
Конечно, скучно. Ну, может, кто-нибудь придет к нам. Конечно, при... Вон, еще ящик, кстати. Можно, конечно, сбегать за ним, попробовать. А, он рядом, база, рядом с базой у них совсем. Тогда ладно. Несет, ну-ка. Несет, молодец. Прикроем. Конечно, с дробовика, говорю, с такого расстояния убить нельзя кого-то, но пугнуть можно. Ну, я так и знал, что сраный кемпер какой-нибудь сейчас меня выпасет. Но это мелочи жизни. Главное, что мы получили 8 уже целых ящиков. Вот. И теперь у меня... Единственное, что плохо, то, что у меня рейтинг теперь просел. Мне надо убить еще... Еще двух. Или одного хотя бы. Черт. Придется. Надо было сидеть вообще возле базы. Зря я куда-то поехал. Побежал туда. Так. Я не могу сидеть, говорю, потому что я тогда не выполню задание. То есть мне по-любому надо все равно уйти и попытаться кого-нибудь убить. В принципе, это должно получиться. Показалось только что. Так, одного убили. Еще парочку бы желательно, конечно. Надо еще одного убить. Нет, там палево уже. Еще одного надо грохнуть обязательно. По нему там стреляют. Сейчас, может, кто-нибудь за ним побежит, а мы тут как тут. Нет. Не ведутся. Да что ж такое, ведь я в него 4 раза попал. Просто насрать вообще. Надо в башку стрелять, так что-то урон вообще херово. Но он меня вообще с двух убил выстрелов. Я его с трех не смог завалить, он меня с двух убил. Ну и все, это задание я уже просрал, скорее всего. То есть мне надо несколько человек убить сейчас. Это крайне сложно будет сделать. Скорее всего, мне это не удастся. Печально. Ну все, то есть, как он так стреляет быстро, я понять не могу. Или у него какой-то другой дробовик. Он как-то у него, видели, то есть у меня между бам-бам-бам, у него бам-бам-бам-бам-бам, прямо быстро, то есть как-то, я не знаю, может у него улучшенный какой-то дробовик, то есть, ну, ускоренный там, я не знаю, с ускоренной стрельбой там. Все, принесли. Ну ладно, ничего, одно задание выполнили, это неплохо. И получили мы всего лишь 3400 серебра за это. Ну, блин, это не самое хорошее, что я хотел получить. Вот, но тем не менее мы выполнили с вами одно задание. Вот, и это тоже неплохо. Вот, продвигается у нас потихоньку рост карьерный, да, здесь. Скоро, я думаю, мы с вами все у нас получится. Нужно тем более следующее задание выиграть бой, это будет просто. Но на сегодня, наверное, все. Так что оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте большие пальцы. Скоро увидимся, всем пока.